Вот. Даже не представляешь, как мне скучно. Это, наверное, с Wi-Fi какие-то проблемы. Такое бывает, это нормально. Где? Я не знаю, почему черный почему черный экран был. Пойду ему сейчас что-то попить. Ну да, ну да. А что, я тебя веселить должна? Я не понимаю. Скучная девушка. Иди в цирк, чтобы тебя веселили. Я еще учусь. О, Господи, мне пересохло в горле. Боже. А мне в горле пересохло. Сейчас придет и буду говорить. Я не нудная. Мне пересохло в горле. У меня текут слезы из-за того, что у меня пересохло в горле. Да. Надо меньше курить, чтобы пересохло в горле. Ой. Странные вещи тебя возбуждают, пацан. Боже, у меня аж глаз покраснел. Ну, чел написал, можешь мне послать. Мне сказала, типа, странные вещи тебя возбуждают. Боже. А, глаза карие. Что-то странное с моим горлом произошло. Странно, начало пересыхать. Да не, оно прям сбоку где-то пересыхает. Я не понимаю, что произошло. Именно тогда, когда я начала вести прямой эфир, у меня что-то случилось. Так, сюда он рассказывает какую-то историю. Да, что ты видишь? Да, я не знаю, что случилось. Было все отлично. А потом у меня, ну, у меня такое бывает. Я начала резко в горле сушить. Ну, сейчас уже вроде нормально. Я по национальности испанка. Вот. Да, шторы балдежные. Ставлю шторы, лайк, сама убирала. Боже, мне даже глаз покраснел из-за того, что у меня пересохло в горле.
Да. Коронавирус, все. Вот. Боже. Да, реально, коронавирус. Боже. Я не знаю, что случилось именно сейчас. Вопрос, какое у тебя искреннее желание? Искреннее желание, я бы очень хотела отправиться куда-то путешествовать. Вот, это было вообще балдежно. Но у меня на эфир реакция такая моего горла. Бля, сейчас чел написал, что у него друг умер так. Балдеж. Спасибо. К примеру, куда? Но... А, я поняла, надо через нос дышать. Тогда не пересыхает. Но я была в Чехии, в Италии. Типа, я бы хотела... Боже, что такое? Я бы хотела в Барселону слетать. Да, наверное, да. Коронавирус. В Чехии, в Италии я была, в Египте была, ну, типа, я много где была. А что плохого в Чехии и в Италии, я не понимаю. А я думала, ты типа уже хочешь сказать, что Чехия и Италия это отстой. В Бразилии нет, и в Бразилии я не была. Я хотела, но как-то не сложилось. Хобби, увлечения, но вообще я играю в волейбол достаточно уже долгий период, наверное, года 4. Вот. Не профи. Мне, кстати, у меня невысокий рост, у меня 1,68 м, 1,70 м, не помню, я давно не мерилась. Вот, типа, ну, не самый высокий. Вот. Так, у меня прикол в том, что у меня тренер по волейболу, она вообще там 1,57 м была. Да. Она вообще малая была, но она именно, типа, хорошо прям играла. Нет, я прыгала у сетки, я прыгаю высоко. Поэтому меня нормально ставили. У меня удар сильный. Еще у меня какая-то хрень не только с горлом, но походу еще и еще и с Wi-Fi. Потому что меня не грузит серии сериала. Нет, парня нет. И слава богу, спокойно живу. О, у меня начал работать Wi-Fi. Юху! Я сейчас с мамой. Вообще, скоро планирую одна уже жить, наконец-то съехать. Я на втором курсе учусь. Как-то не очень.
Я адвокат. Адвокат. Что-то сегодня девушки в перекопе бухают, и первое... Нет, я очень редко пью. Вот, поэтому... Зачем в перископе сесть бухать? Ну, зачем? Я и трезво могу поговорить. Вот. Не плачь, все пройдет. Да все нормально уже, горло прошло. У меня больше не пересыхает в горле, все отлично. Да, я никогда не красилась. Сука. Я хотела перекраситься, но передумала. Вот. А далеко от Москвы живешь? Ну, да. Ну, с Ростова до Москвы там не знаю сколько ехать. Хреновая погода, мне не нравится. Холодно. И дожди постоянно. Мои дебильные волосы. Так, я сделаю по-другому.